15 апреля на заседании оперативного штаба глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил усилить контроль за самоизоляцией. Муниципалитетам посоветовали принимать ограничительные меры в соответствии с ситуацией. По распоряжению главы района Заура Хамирзова введен запрет на посещение кладбищ и церквей, за исключением совершения ритуальных мероприятий по погребению. Данная мера была озвучена на очередном заседании оперативного штаба Кашхабльского района после согласования с представителями духовенства. Это решение продиктовано необходимостью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Оперативный штаб вынес постановление в связи с предстоящими религиозными праздниками. Это Пасха и Родительский день, которые традиционно собирают сотни людей, посещающих в эти дни кладбище. На территории района проводится информационная работа по доведению этого решения до максимального количества граждан. Уважаемые жители Кашхабльского района, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и введением режима ограничения на посещение кладбищ, просим вас в период грядущих христианских праздников в целях вашей безопасности воздержаться от похода в церковь и на кладбище. В свою очередь мы призываем граждан соблюдать меры самоизоляции с целью обезопасить себя и близких.